Всем привет! Вице-президент АСЮ Александр Лакерник прокомментировал изменение шкалы оценки уровня исполнения GOE с нового сезона. Большая шкала дает возможность более правильно оценивать качество элементов. Если вы придете в школу и вам скажут, что оценок всего лишь 2, к примеру, 2 и 5, то разнообразия будет мало. Той шкалы, которая есть у нас в школе, до 5 баллов, тоже не хватает. Я как преподаватель ставлю сколько угодно, 3 с минусом или с плюсом. Пытаюсь сам ввести какую-то дополнительную шкалу. Так и здесь. Больше деталей в оценке при хорошем судействе позволяют более правильно оценивать качество элементов. Мы надеемся, это приведет к более качественной оценке. Судьям надо будет немного поработать, поучиться, быть более внимательными. Нагрузка вначале может намного возрастет, но я уже судил по этой системе и не могу сказать, что это безусловно сложно, рассказал Лакерник. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего вам хорошего!